Сейчас Олимпиада 2014. Сердце бьет сильнее, небеса все шире. Это игры в Сочи 2014. Так спортсмены России встретятся в один час. Мы не боимся препятствий, Бог за нас. Распахни свои объятия. Волонтеров еще брали не просто так, а надо было пройти какой-то конкурс, да, который построили.
заполняли специальные анкеты, то есть было тестирование английского языка. Все-таки еще тесты не проходили, но выбирали не все. То есть на самом деле волонтеры очень-очень помогают. Когда приходишь только в парк олимпийский, они тебя встречают, везде они есть. Они тебе говорят, куда вам нужно пройти, они все подсказывают. В чем заключалась ваша работа? Волонтеров, которые в Олимпийском парке, то есть они указывают дорогу, где какой объект находится, где находятся какие-то там, например, сувениры, магазины спортивные, где находятся туалеты, где самые, где что находится, где там место для курения. И волонтеры, которые работали в объекте, точно так же какие-то соревнования клубы встречают, как людей. Пропускная система, пропускают людей только с билетами. Они входят, и там дальше тоже по объекту город, да, где что находится. И точно так же потом соревнования заканчиваются, и выгрузка идет. А вот если волонтеры в какой-то определенной форме одеты, вы как эту форму получали? Вы ее свой шерп получали или вам ее оплачивали? Все оплачивает Олимпийский комитет, то есть человеку сказали, что он волонтер, подтвердили, прислали ему письмо, он подтвердил, что он, ну, свое участие в Олимпиаде, объект, потом он получает... Нет, он получает как бы письмо, что он приходит, получает свой график, потом идет за форму, получает аккредитацию сначала, потом получает форму по этой аккредитации. То есть приходишь, аккредитацию берешь, тебе выдают форму, специальную тестовую форму, там достаточно там 14 комплектов. 14 комплектов вещей получается. Представляете, каждый волонтер все это предоставляется. И вещи достаточно хорошие, просто они в магазине Боско стоят довольно-таки дорого. Ну вот скажи, например, какая-нибудь там вещей, сколько они стоят? Ну самые дорогие, это штаны, они стоят там, по-моему, 6 тысяч. Ну да, а там выдают все, там шапка, перчатки, толстовка, штаны, куртка, рюкзак, даже часики. Вот посмотрите, какие часики волонтерские. Все полностью, даже плащ. Вот на случай, если пойдет дождь, вот, все выдают. То есть есть еще разница между тем, кто работает в горном кластере и прибрежном кластере. То есть те, кто в горах работает, у них более теплый кластер. И у них там побольше, там термобелье, еще что-то. И прибрежный кластер — это более легкая одежда. Все-таки доступная среда сделана на Олимпиаде, Ну, я думаю, что более-менее да, но все-таки мне кажется, что, может быть, где-нибудь есть недоработки, но в целом... Все равно же везде помогают, правильно? Вот везде-везде, абсолютно, везде волонтеры есть, которые оказывают помощь. Я не знаю, я нигде не увидела сотрудников. Может быть, Сочи все-таки не такой город, который предназначен для того, чтобы тут жили инвалиды, потому что здесь горная местность, здесь узкие подъемы. Вот. Но, тем не менее, на объектах спортивных обеспечено все. Правильно? Вот. Ну и как, понравилось ли быть волонтером? Это утомительно? Да нет, на самом деле, очень интересно в плане того, что даже не сами игры. Во-первых, игры, которые там проходят, то есть все это вживую смотреть, это намного эмоциональнее, чем смотреть по телевизору трансляции. Плюс это общение с людьми, то есть с разных городов. Это же и странно, да? И точно так же стран было очень много иностранных волонтеров, которые даже не говорили по-русски. То есть они ходили, допустим, вот у нас был волонтер с Канады, пенсионер, который был в Пекине, на самом деле, вот, как бы на Олимпиаде. Он сюда в Сочи приехал, и с ним ходил тоже волонтер, как бы с какого-то северного города, я вообще не помню. И вот он ходил с ним как переводчик. Представляете, как классно. Вот. Просто весь интерес в том, что ты можешь просто подойти к любому волонтеру, там познакомиться с ним, и никто не воспринимает это как бы что-то, кто это, почему он ко мне подошел. То есть это абсолютно свободно. Люди разных возрастов, то есть там были волонтеры, вот, которым 40 лет, то есть, и они выглядят молодо. Все вот, большинство волонтеров, с которыми я знакомилась, они выглядят молодо своих лет. И они такие все веселые. Но они, видимо,
тоже такие спортивные, на позитиве. Да. Очень много позитива на самом деле. Вообще во всех этих Олимпийских играх все такое эмоционально, все люди встречаются, все так улыбаются друг к другу. Все как будто бы счастливы, что попали сюда и приехали, и так это все интересно. Вот. И ты не знаешь, где ты встретишь, может быть, олимпийского чемпиона на улице, потому что все передвигаются вместе. Вот. Или обычных людей, да? А вот волонтеры, они где жили? Там, где проживали, или все-таки вот местные жители домой возвращались? Нет, там те волонтеры, которые вот у них есть график, то есть они как-то приехали сюда на определенное время. Их половина жила в Лао, и половина где-то еще. То есть у них были там специальные, ну, вот как гостиницы. Похоже на гостиничные номера. Очень удобное проживание. Вы не забывайте, что ласточка ходит, естественно, на весь проезд бесплатно всем гражданам. Не только волонтерам, но и обычным любым гражданам, которые здесь присутствуют, проезд бесплатный. В общем-то и все, что мы хотели вам рассказать, так что всем спасибо за просмотр.